Днем жарко, а ночью, чтобы дождик прошел, чтобы все жару сбило, пыль сбило, а утром опять жарко. Не перегревается организм, комфортно. А что вы вообще летом любите делать? Купаться в Енисее, и всем советую. Мне нравится, когда дождик, просто дождик, когда он поливает двери, тогда вкусный запах. Жарко. Почему? Почему? Потому что холод терпеть не могу, и вообще у нас зима такая затяжная, что жара – это вообще то, что нужно. Холодная. Почему? Потому что я из Сибири, сейчас живу в другом месте. Есть возможность на время, когда мне хочется жары выезжать. А куда вы выезжаете обычно? Уезжаю в Испанию, сейчас в Ялту. Вы вообще какое лето любите? Вот такое, какое сейчас оно есть, вот 20-25. А почему? Когда уже жарко, ну, влажность повышается, поэтому как-то неважно себя чувствуешь. Я люблю холод, я за холод всегда, поэтому в Сибири, наверное, живу, мне нравится. Почему? Потому что летом жарко, зимой можно одеться и не замерзнешь никогда. А летом не разденешься, все равно жарко. А поэтому... сейчас лето почувствовали? Еще нет, еще рано. Еще в отпуске не было, в отпуск хожу, там почувствую, наверное. Когда есть возможность не одеваться и мороженку кушать, вот так. Я люблю солнце, люблю загорать, плавать. А это лето почувствовали? Ну, я в 11 классе ЕГЭ сдаю, поэтому пока что репетитор и нет. Лучше средненько какое-нибудь, чтобы было иногда холодно, иногда тепло, иногда жарко. Когда только жара, как-то душно, плохо, и самочувствие не очень хорошее. Вот поэтому было бы хорошо чередовать все это. Я, наверное, так же, как и все, люблю солнечное, яркое, теплое лето, в котором можно совместить и отдых, и работу. Их, не знаю, и хобби, и все на свете, в котором можно прожить, как говорится, маленькую жизнь.